Мало прошло с той самой даты. Всего-то 75 лет. Есть среди нас еще солдаты, переломившие хребет фашистской гадине поганой, что у арийских докторов была теорией прекрасной, и там нашла приют и кров. Но еще живы и мерзавцы, что прославляли Холокост, и их потомки поднимают облезлый свой нацистский хвост. Не прекращаются попытки вернуть средневековый мрак. Мечтают внуки тех фашистов опять поднять свой мерзкий флаг. Представить русскую победу с освобождением людей, как нападение на свободу узников концлагерей. Свободу быть рабом нацистов, свободу ничего не есть, свободу жертвой быть садистов и целовать фашистский крест. Но знаю я, фашистский номер у нас в России не пройдет, пока мы чтим своих героев, что защищали наш народ. С победой всех я поздравляю, над мракобесием и тьмой. С победой, братья и сестры! Да здравствует бессмертный полк!